Сегодня представители сразу трех чаеводческих предприятий – Мацеста, Салхаульский чай и объединение Краснодарский чай – подписали договоры о долгосрочном сотрудничестве с Институтом садоводства и субтропических культур. Цель – помощь в оценке качества плантаций, готовой продукции, подбор систем удобрений и прочее. Подключена наука для того, чтобы не только мы говорили просто о рекультивации старых чайных плантаций, но закладки новых, внедрение новых технологий по выращиванию чая. То есть комплекс программ, которых нам удалось сдвинуть с мертвой точки, есть конкретные программы, есть конкретные люди, есть конкретные научные руководители, которые занимаются этой проблемой. Вот сегодня мы на совместном выездном заседании комитета городского собрания и будем рассматривать эти вопросы. Мы хотим услышать науку. Мы хотим услышать наших ученых ведущих, как они видят развитие чаеводства. И при этом услышать директоров совхозов, да, специалистов, которые реально работают на земле, как это соединить. В конце июля исполнится ровно год со дня принятия краевого закона о чаеводстве, благодаря чему выделено около 30 миллионов рублей в виде субсидий на реконструкцию чайных плантаций. Организована чайная ассоциация. Задачу сегодня отметили на выездном заседании комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству городского собрания Сочи — повышение качества и объемов производства чая. Для сравнения, в 90-е годы в Сочи собирали более 7 тысяч тонн листа. Сегодня всего чуть более 340 тонн.